Сегодня вашей команде удалось достичь вторую победу. Как вы считаете, в чем ее заслуга? Ну, залог победы в том, что команда проявила себя в первом матче очень уверенно с командой с премьер-лиги. Начали мы в том матче не очень, но закончили с хорошим результатом, мы выиграли. И это дает нам силы двигаться дальше по турниру. Сегодня вышли уверенно на поле с первых минут. Каким настроем выходили? Ну, капитан как-то настраивал именно вот к этому матчу? Вся работа ведется на тренировках, весь настрой идет оттуда. Наш тренер сегодня не смог приехать, но он нас заряжает. Виден заряд очень на протяжении всего матча. Команда друг друга поддерживает. Вы очень дружны. Да, у нас очень хорошая атмосфера в команде. Все друг за друга стеной. Вторая победа подряд. Набираете 6 очков. Очень уверенно и хороший шанс на выход из группы. Как вы сами планируете или, возможно, думаете, до какой стадии доберетесь? Ну, это я не могу сказать, но мы очень амбициозны. А вы следите за другими командами, за командами из премьер-лиги, возможно? Честно говоря, нет, я не интересуюсь. Я смотрю только, выхожу на поле и показываю максимум. Как бы не всегда хватает времени смотреть, и как бы меня это не очень интересует на самом деле. А в целом сегодня игра вас полностью удовлетворила? Все ли получилось? Хотел, честно, забить гол сегодня, хоть я и вратарь, но бывает такое в футболе, счет позволяет. Команда вам предоставила шанс, мы помним, на пробитие штрафного. Что у вас не получилось? Вроде бы момент был такой достаточно хороший. Ну, момент хороший, но вратарь тоже проявил себя нормально в воротах. Поэтому... большое спасибо, желаем вам успехов, всего доброго. До свидания.